Самарцы проводят в общественном транспорте примерно пару часов в день и ездить хотят с комфортом и летом, и зимой. Если в теплое время года в салонах работают кондиционеры или можно открыть форточку, то зимой спасают печки или тены. До сильных морозов еще далеко, тем не менее, горожане уже сейчас оценили температурный режим в троллейбусах, трамваях и автобусах. В автобусе вот я ехал сюда в 47-м, все было хорошо. Тепло в первом всегда. В первом вагоне. Во втором, по-разному. В автобусе всегда тепло. Чтобы у пассажиров не было нареканий осенью и зимой, ТТУ и автобусный парк заранее готовят подвижной состав к работе в холодное время года. Так, в ТТУ в конце прошлой весны, начале лета, началась закупка новых тенов, уплотнителей для дверей, проводов, предохранителей, крепежных деталей. Проводились до этого подготовительные работы, проверялись системы отопительные, проверялись, чтобы все там механические элементы, заслонки, чтобы все было работало, чтобы тепло поступало в салон. Это касается и трамваев, и автобусов, и троллейбусов. Отремонтированы радиаторы, установлены дополнительные высоковольтные предохранители, обновлены тены для подогрева воздуха в салоне и нагревания стекол, чтобы не запотевали. Выполнены необходимые настройки оборудования и другие регламентные работы. Включается боковое отопление салона, а также включается в кабине водителя, включается колоритор, включается через дополнительное подключение предохранителей. Также подключаются дополнительные пушки через контакторы. Контролирует подготовку общественного транспорта к зиме профильный департамент. ТТУ и автопарк провели работу в штатном режиме. Новые 22 троллейбуса «Адмирал», закупленные в прошлом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», тоже выезжают на маршрут во всеоружии. Начиная с сегодняшнего дня и до плюсовой температуры весной регулярно будет организован контроль. Впрочем, пассажиры сами могут сигнализировать о недочетах работы на телефон горячей линии или в соцсетях. Спуском отопительных систем расходы у ТТУ на электричество увеличиваются почти в два раза. Тем не менее, цена проезда остается прежней, и денег хватает на все технические обслуживания и переналадки к отопительному сезону. Заметим, старые вагоны разогреваются дольше, чем современный транспорт, которые оснащены не только тенами, но и модернизированными системами отопления. Поэтому в вагонах Татра Т3 комфортная температура устанавливается минимум за 15 минут. Нового поколения в три раза быстрее. Современные трамваи, они не подразумевают по собой каких-то дополнительных работ. Там стоят печки, включил, там, рычажок повернул, там переключатель, они заработали. То Татра Т3 предоставляет собой в том числе ряд и механических работ. Поэтому работы там ведутся, весь новый подвижной состав уже ездит там с отоплением, в частности троллейбусы «Адмирал». А Татра Т3 там до конца недели в полном объеме будет включено. Ежедневно пассажиров перевозят более 1000 единиц общественного транспорта, как муниципального, так и коммерческого, наземного и метро. В частности, порядка 400 автобусов переоборудовали к зиме еще в октябре. Установили новые зимние колеса, уплотнители и аккумуляторы. Тестировать систему отопления начали еще несколько недель назад, утром и вечером, когда прохладно, по просьбам пассажиров. Как рассказали в транспортном предприятии, если в рейсе отопительная система сломается, автобус сразу отправят в ремонт, и на следующий день он уже в исправном состоянии выйдет на линию. Забота о здоровье пассажиров продолжится и впредь. Внутри салон обрабатывается специальным средством, чтобы избежать вирусных заболеваний. В салонах установлены рециркуляторы воздуха. Основные правила, которые мы напоминаем нашему водителю, чтобы недолго стояли на остановке с открытыми дверями, если даже они видят, что пассажир где-то там бежит и просит жестами, что подождите, он закрывает дверь, ожидает пассажира и потом уже открывает вновь. На линию общественный транспорт выходит уже с теплыми салонами, так что первые пассажиры до места назначения доберутся с комфортом, обещают самарские транспортники. Что же касается метрополитена, то теплом обеспечены все станции и тоннели. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, события.